Всем привет! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 12 сентября 2018 года. Сегодня в течение дня я вам показывал мои репортажи, которые были сделаны здесь ровно год тому назад. И я сейчас хочу вам показать, что с тех пор за год изменилось на этом участке дороги. Но, к сожалению, похоже, ничего. Все хуже и хуже. Это уже не один год. Политические игрища между мэрией и городским советом не дают возможности власти сделать нормально вот эту дорогу, которой пользуются очень многие полтавчане. Всем хорошего настроения!